Привет, iFam! Сегодня мы находимся в Зеленом театре имени Стаса Намина. Именно сегодня и именно здесь проходит уникальный фестиваль «Баста Блюз». Я думаю, что вы уже догадались, кто является хедлайнером. Именно им является «Баста». Но компанию ему сегодня составят Смоки Мо, Триаг Рубрика и другие артисты лейбла «Газгол». Посмотрим, что они сегодня нам покажут. Братик красавелый, потому что братик скромный. Давай рискни, тебя братик с кнопкой, стволом по воздуху шмаляй. Чересчур громко это, братику нет. По поводу хип-хопа просил недавно Степу, а он ответил Степа: не рыба и не овес, не венцы, не водолеи. Бегу, бегу, хером бей мне и Максиму бомбей. Визу выдайте скорей. Хотя в темноте виднее миллионы огней. В огне звезд на небе делят улицами свет на рассвете зверь. В Москве 9, у нас конец недели. Круто крутится пластинка, блинца еле. Да мы знаем, что ждет сейчас год. Да и ём, Триаг Рубрика вперед. За хип-хоп, я Валерна спросила сигарету. Закатный свежий ветер, ты искала ответы. Угодила все. День, Артон уже выбрался в центр метр за метром. Прямо к храму, но сперва решил зайти в шаверму. В таких местах обычно прожигает время личности. Но здесь было все как-то нетипично. Слишком много стричек, слишком много салфеток для рук. Слишком много камер на стенах и никого вокруг не было. Второй я, циничный и грешный. Второй я, рассказываю всех. Второй я, холодный, не дает согреться. Разгребаю гитару, время снял капли. На моей маке чья-то кровь, несколько капель. Начинается, давайте, друзья, давайте. Все, Москва. Сделаем звездное поле для этого трека. Не особенно важно сегодня. Ты идёшь в своё сердце, возьми её в свои лица. Ты идёшь в своё сердце, возьми её в свои лица. Чувствую это! Этот гребаный мир меня забыл. Приказал Юлю набирать сил, мочить, жарить. Набравшись наглости, полетели вопросы в небо. И сколько все же стоит глаза радости, а? Наверное, трудно быть богом. Трудно управлять больными зрителями. Доктора в палатах видели. Рука тает в руке. Сочный ирландский стейк, молоточек и съесть. Еще кровей, и палец утонет в кольце. Такая легкость нелесть превратила в лице. Я и ты утомлены, но ты был мне родным. Увы, наши пути не станут одни. Судьба приведи любви, это меня. Тот, кому не важен весь мир, нужна только я. Привет всем! Я не святой мама, не папа, не псею. Уж точно не крепятся мама. Когда-то давно на беспонтовом фонде мы сделали то, что другим не удалось, на эфиро установить. Конечно, было бы куча сути, но право счастливый сути заставил нас начать с нуля. Немного труда, вернее, много труда, просто отправ. Если меня трогать, готовы только на руках, и это, что ты не так.
Да. Сказку делать мы любим. Здесь даже солнце не видно, и сюжеты далеки от позитивных цветных фильмов. Нам во тех грязь пылью, и сильно можно спасти. И масса вовремя падут под минимум. О чем мы говорим здесь, кроме Христа Спасителя? Сердце столицы страны третьего мира. Эй, грозный начальник, как же печально. Веди ты самую погруженную в отделение. Кто там убит визу, чтобы свалить за океан? А кто-то в бегах и уже полчаси пьян. Кто-то, если что, сразу бежит беда. Но мы тут пока и пытаемся что-то менять. Тиксар, больше ровный базар. Чем уберите легко, но как потом смотреть людям в глаза. Пришли стали, как горький стакан. То, что останется после нас, это наша правда всегда. Мы не хаваем то, что подают в новостях и в наших часах. Кое-что другое вместо песка. А раз царь готов рисковать, то распят недавно. И поэтому не боимся креста. Царь ставит своих на места. И такие, как мы с тобой, те звали крепостных крестьян. И жаль, Тиксаренька, не вариант. Либо покорно стоило, либо ковылять в кандалах. Эй, гражданин начальник, огород не жмет. Это ложка тёптя, твой липовый мёд. Может, я дурак и разобью об эту стену лоб. Но не по мне, как вот это фуфло, дядя. Было мы не спели, даже без музыки. Здесь даже солнцем не видно, говорят. Здесь всех было видно. Но мы в царственном ритме мутим то, что помогает жить нам. Пропитали беда мы пылью. Здесь без мазы сказку делать пылью. И мы на всю цветал пылью.